Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Однажды на водоеме случился один интересный случай. Это был обычный карьер, в котором водился карась. Интересной особенностью водоема был тот фактор, что карась в некоторые дни отказывался клевать вообще, как будто его там и нету. И вот в один из таких дней мужики сидели без клёва. В то же время у одного единственного рыбака стоял довольно-таки неплохой клёв. Раз в 10 минут стабильно вытягивал карасика. Мужики подходили, спрашивали, но ничего особенного рыбак им не говорил. Видать, берег секрет. На удивление, у меня с собой был бинокль. После небольшого наблюдения удалось вычислить секрет мужика. Раз в полчаса он кидал вместо ловли прикормочный шар, в центр которого он клал шипучую таблетку с витамином С. Они бывают разных вкусов и ароматов, и от разных изготовителей. И это абсолютно не важно. Теперь на этом карьере я ловлю именно так. Вы тоже обязательно попробуйте. Для этого берем любую прикормку. Совершенно без разницы производитель и состав. Разводим ее до такого состояния, чтобы можно было слепить довольно плотный шар. При этом следите за тем, чтобы шар достаточно легко рассыпался при попадании в воду или давлении на него руками. Затем берем половину шипучей таблетки и вдавливаем ее в сформированный шар, чтобы она оказалась примерно в центре. При попадании в воду через несколько секунд вода доходит до таблетки, и шар с прикормкой начинает активно пузыриться. Именно это и привлекает любопытную рыбу. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!